пошли вниз! Подходит к завершению очередной этап нашего путешествия. Спускаемся в каньон. Володя стоит внизу. Мы ждем Дениса. Вот он показывается. Вода в каньоне упала за период нашего пребывания на озера. Вал ушел. Спускаться по большой воде всегда значительно легче. Денис, давай! Молодец! Ну все, дождались третий экипаж. Идем дальше вниз. Что-то не похоже, что вы что-то здесь штурмуете. На расслабоне такие. Штурмуют казинаки с чаем, понимаешь?